пятницу в Ростове-на-Дону в зале аметист-выставочного комплекса «Вертел-Экспо» состоялась пресс-конференция отстраненного от власти президента Украины Виктора Януковича. Он заявил, что намерен продолжать борьбу за будущее Украины против тех, кто страхом и террором пытается ее оседлать. Виктор Янукович заметно нервничал и не смог скрыть своего напряжения. Заявления Януковича вызвали на Майдане однозначно негативную реакцию. Вот что сказал один из жителей украинской столицы. Он никто. Возвращаться ему некуда. На единственную поддержку, на мой взгляд, он может рассчитывать лишь в восточных регионах или среди людей, таких же зэков, как и он сам. Люди, конечно, запуганы, все боятся, но поддерживать его никто не будет. В Крыму к нему также относятся, его все ненавидят. А это уже Крым. Вот что, в частности, сказала жительница Симферополя, назвавшаяся Татьяной. Он доверие народа не оправдал. И то, что сейчас случилось, очень большая вина на нем лежит. Потому что даже кто из людей, кто верил в него, да, вот, мне кажется, что не будет ему поддержки.